Мы, по-моему, на полгода вот. Как на полгода? Ну, вот так вот. У вас же на три месяца же. А, и кто по-разному тут. Я просто узнал, как можно будет еще уволиться. Мне сказали, можно будет по семейным, если за уходом. За уходом, за больным, да? Да. И я что должна сделать? Не знаю, мне сказали, если ставка будет, то можно будет его уволить. Ну, чтобы меня уволили и сюда домой отправили. Что родители в Киргизии находятся, или что я один из семьи, некому смотреть. Понятно, все. Если я эту справку командиру пришлю, тебя вызовут на Сахалин, получается, правильно? Меня будут увольнять. Они в отпуск могут тебя по этой справке отправить? Сперва в отпуск отправят, потом только увольнять будут. Просто просят, что в отпуск срочно, вот такая-такая ситуация, срочно в отпуск его отправьте. Погуляешь здесь в отпуск, захочется уволиться, напишем этот, вдруг твоих обратно отправят. Сразу же, я не хочу, пусть все у меня. Все? Любовь кончилась? Кончилась. Да, понятно. И военный билет еще напишут, если по справке? Просто уволят, да, и все? Да, просто.